Величие искусства в музыке. Городской концертный зал приглашает на ежегодные февральские музыкальные вечера. Традиционный фестиваль является знаковым событием для всего Пинского региона, объединяя ведущих музыкантов страны и зарубежья. Творческие встречи пройдут в нашем городе в 24-й раз. Чем порадует фестивальная программа в этом году, знает наша съемочная группа. Февральские вечера под аккомпанемент классической музыки. Здесь традиционно и самобытно звучат произведения разных эпох, стилей и жанров. В следующем году музыкальный форум отметит свое 25-летие. Все это время ежегодно в камерном зале города над Пиной собираются виртуозные музыканты и дарят пинскому зрителю свое искусное творчество. Фестивальная программа февральских музыкальных вечеров 2018 включает 6 сольных концертов старинной и современной музыки. Программа вечеров, как всегда, насыщена и разнообразна, а также полна премьер. Открываются февральские музыкальные вечера 7 февраля концертом молодого талантливого пианиста, солиста Белгосфилармонии Александра Данилова. В его исполнении прозвучит музыка Бетховена, Шопена, Балакирева, Чайковского. Продолжит концертную программу 10 февраля творческий дуэт солистки Белгосфилармонии Татьяны Старченко «Фортепиано» и солистки Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси Натальи Акининой «Меццо-сопрано». 18 февраля с концертом гитарной музыки выступит лауреат международных конкурсов Ференц Бернат из Венгрии. 20 февраля пройдет вечер органной музыки в исполнении лауреата международных конкурсов Екатерины Николаевой из Минска. И завершит музыкальный февраль уже традиционно концерт городского камерного оркестра под управлением Оксаны Макаревич. Дорогие пинчане и гости нашего города, приглашаем вас посетить наш замечательный музыкальный праздник. Артисты порадуют вас своим мастерством исполнения, а программа обещает быть очень насыщенной.